Прямо сейчас подпишись на канал и поставь лайк, иначе этот паук будет ползать по твоему лицу, пока ты будешь спать. К рептилоидам причисляют Марка Цукерберга, королеву Елизавету II, Джорджа Буша и многих других известных людей. Сейчас я покажу вам несколько случаев, когда рептилоидов удалось заснять на камеру. Приятного просмотра! Тема с рептилоидами не нова и уже известна большинству людей, ведь кадров с этими существами в сети множество. А вот одно из них. Многие уверены, что они уже давно среди нас и выдают их глаза. Вот эта женщина не скрывает свою истинную натуру и демонстрирует ее всем. Мы видим, как у нее схлопываются зрачки, становясь похожими на глаза рептилий. А следующее видео было снято в Испании. Молодой человек снимает свой глаз. Если вы когда-нибудь слышали теорию заговора о рептилоидах, то это видео очередное доказательство их существования. И поверить, что это реальность, очень сложно. Но так как у меня нет сейчас доказательств, опровергнуть его я тоже не могу. Хотя это очень похоже на монтаж. Но если это происходит на самом деле, это действительно очень жутко. Есть такая версия, что рептилоиды – это инопланетяне, которые жили на этой планете до нас и имели потомство, смешанное с людьми. Они очень тщательно себя скрывают. А что происходит на этих кадрах, не совсем понятно. Мы видим, как девушка в полном испуге убегает по дороге, а сзади нее бежит непонятное существо. Оно хватает ее и просто бросает на пол. При вспышке света мы можем разглядеть его получше. Существо это имеет явно человеческое строение тела и конечности. Но вот огромный хвост и продолговатая голова наталкивают на мысли о том, что это некий гибрид. По словам очевидцев, она выбежала из леса и начала их преследовать. Насколько это правдоподобно, неизвестно, по крайней мере, девушка в конечном итоге была спасена. А существо убежало обратно, когда на него начали светить фонариками. Видимо, оно совсем не переносит света. Данное видео было сделано в отделении полиции. Мы видим, как молодой парень находится в обезьяннике, за что он там сидит, остается неизвестно. И после того, как парень был возмущен тем, что его не отпускают, он начинает издавать пугающий крик, совсем не присущий человеку. Неизвестно, был это человек или же что-то иное, но его крик звучит крайне пугающе. Молодая девушка смотрела прямой эфир новостей, и казалось бы ничего необычного, но обратите внимание на ведущую, а точнее на ее глаза. Когда она моргает и закрывает веки, из-под них вылезают еще одни зрачки. Увидев этот ролик, многие люди начали говорить, что рептилоиды давно среди нас. Возможно, и среди ваших знакомых есть подобные. В следующий раз при встрече постарайтесь внимательно посмотреть им в глаза. А вот еще одно подтверждение того, что рептилоиды действительно находятся среди нас. На этом видео люди брали интервью у популярной в узких кругах модели, и зрители, просматривая это видео, стали свидетелями чего-то жуткого. Мы можем наблюдать, как модель отвечает на вопросы, и в это время камера снимает ее лицо крупным планом, как вдруг в один из моментов ее зрачки начинают схлопываться и вскоре начинают походить на глаза рептилий. Можно было бы списать это на сбой в программе, но вот еще один ролик, на котором происходит то же самое. А это видео вызывает больше вопросов, чем ответов. 15 июня в США было собрание довольно уважаемых лиц. На этих кадрах мы видим мужчину, который высказывает что-то толпе, но все внимание на человека позади него. Это неестественное движение глаз вызвало у многих пользователей уверенность в том, что это был рептилоид. Глаза у него двигаются и вправду странно. Но является ли это видео доказательством существования рептилоидов? Думаю, что пока этого недостаточно, чтобы в них поверить.
Эти кадры были сделаны прямо в прямом эфире одного из американских семейных шоу. На них мы можем видеть, как ведущий прощается со зрителями данной передачи, но вот что происходит с мужчиной на заднем фоне совсем не поддается каким-либо объяснениям. Его пронзающий взгляд напугал многих людей, которые смотрели эту передачу. Мужчина пристально наблюдает за камерой и будто бы смотрит прямо на нас, но самое пугающее – это его глаза, которые напоминают глаза рептилии. Многие уверены в том, что это был настоящий рептилоид. А как думаете вы, действительно ли они находятся среди нас и даже обзаводятся семьями? Или это все подделка?